Друзья, привет! Сегодня не будет никакого такого обзора особенного. Мы просто купили вот такую штуку. Хотел с вами поделиться, может, кому-то будет полезно. У нас всякие штуки на канале. Так что картина здесь у нас будет вот такой вот Джокер. Но эту картину надо нарисовать самому. Цена всего этого вышла 450 рублей. Вот такой размер. И поменьше, по-моему, по 400. Купили, кто в Екатеринбурге, за кором. На китайском рынке, вот там по 400, там море, на любой вкус, всякие картинки. В общем-то, такая штукенция, не знаю, когда мы нарисуем. Давайте я вам ближе покажу, что внутри. То есть, кто хочет себя занять на долгие вечера, на бесконечно долгие, прям позаморачиваться, долгими вечерами порисовать. Это не я буду делать, это будет делать у меня девочка моя. Больше ничего нет в коробке. Вот так вот ужасно пока выглядит. Ну как ужасно? Вот так вот. Схематично выглядит сначала наша картина. Это номера, по которым каким цветом рисовать. По итогу мы получим очень прикольную картину. Я думаю. Я надеюсь. Вот здесь вот все. Не надо ничего покупать. Здесь есть инструкция, как что рисовать. Здесь все описано на английском, конечно. Есть три вида кисточек. Распечатать? Вот я здесь распечатаю. Ух ты. Есть три вида кисточек с креплениями. И есть краски. Все, краски под номерами. А номера все указаны. И вот вам инструкция, как что делать. В общем-то, будем рисовать, пробовать. В конце, я надеюсь, вам уже похвастаю, что у нас получилось. В общем-то, что, будем рисовать Джокера, надеюсь, получится очень круто. Прошло у нас 10 дней, и картина готова. Для вас буквально секундочки, а у нас 10 дней прошло. Вот так вот она выглядит сзади. Она не просвечивает. И вот так вот она шикарно выглядит спереди. Вы посмотрите. Это очень-очень круто. Теперь эта картина будет украшать мою рабочую зону дома, и мне будет очень приятно там работать. Буду поглядывать, в раздумьях сидеть. Слушайте, получилось очень круто. Все эти краски цветные. Я кайфую от нее, я смотрю, залипаю на нее. Как такое вообще возможно сделать? Возможно! Понадобилось вот как раз таки плюс-минус 2 недели. Вечерами, не то что целыми днями, а вечерами часик, 2 часика. Рисуешь, рисуешь, рисуешь. Все в наборе для этого есть. Так что, кто думает сделать это, ну и, наверное, руки, чтобы у вас были прямые и свободное время, чтобы вас не отвлекали. Берите смело, рисуйте, старайтесь, это очень прикольно. Получаются вот такие шедевры. У нас есть еще уже одна картина на подходе. Возможно, потом я маленький-маленький, кому будет интересно, если что, спросите, я вам скину или прикреплю в описании или к вашему комментарию ссылочку. Подсниму еще одну картину, там просто тоже шикарно. Та почти в черно-белых цветах, не такая красочная. И там девочка и мальчик обнимаются. Мужчина и женщина. Кому как удобно. Не докопаешься, что вы ее рисовали по каким-то клеточкам. Но это, кстати, тоже не очень-то и просто. Вот такой видос. Можете оценить картинку. Я оценил. Терпения уже нет, чтобы ее повешать у себя дома. Спасибо, ребята, за просмотр. Кому было интересно, возможно, есть какие-то вопросы. Не знаю, какие могут быть вопросы. Но если есть вопросы, спрашивайте. Я буду уточнять, что как по картине, и вам скажу. Стоило копейки, но это потому, что китайский рынок. По интернету таких картин много. Ищите, заказывайте, рисуйте. Это все шикарно. Это же искусство, творчество. Да, с небольшим лайфхаком по клеточкам. И у вас получится стать художником. Давайте, ребят, делайте. Спасибо, ребят, за просмотр. Оставайтесь на канале. Ну,
пожалуйста. Да, в общем, это ваши дела. На сегодня у нас все. И всем пока.